Служение Дерека Принца. Как я начал свое служение в Израиле. Часть третья. На следующий день, 14 мая, началась война за независимость. Тогда во всей стране не набралось бы 600 тысяч евреев, при том, что евреи были окружены арабскими странами с общей численностью армии 40 миллионов, оснащенной самым современным оружием. Я британец, я был там и знаю, о чем говорю. Я думаю, что Великобритания тогда решила, что евреи не выстоят в такой борьбе, поэтому решила поддерживать арабов. Но я на самом деле стал свидетелем чуда. Похожие чудеса, описанные в Библии, — это разные сражения в Ветхом Завете. Знаете, что произошло? 600 тысяч евреев разгромили 40 миллионов арабов. Только представьте себе, Лидия видела евреев, которые отправлялись воевать, вооружившись лишь метлой с привязанным к ней ножом. В этот раз мы стали усиленно молиться. Я не выступаю против какого-либо конкретного народа, но в тот раз мы особенно молились за то, чтобы Бог парализовал арабов. Мы понимали, что это единственный наш шанс выжить. Мы крепко подружились с молодыми людьми и девушками из Хаганы. Они рассказывали. Мы сами не понимаем, как такое происходит. Нас меньше, мы хуже оснащены, но на поле боя мы видим, что арабы как будто бы парализованы. Слово в слово. То, о чем мы и молились. После этого начались серьезные бои. Арабский легион начал обстрел Иерусалима со стороны Наби-Самуил, самой высокой точки на севере города. Снарядов было много, и один из них упал позади нашего дома, когда две наши девочки, наши еврейские и арабские дочери, сидели у окна. Взрывной волной их отбросило на пол. Осколок шрапнели залетел в комнату. Наша дочка прибежала к нам и сказала: «В наш дом попала бомба». Мы не поверили, но она настойчиво звала нас посмотреть. Мы прибежали в ту комнату и увидели дыру штукатурки на стене прямо напротив окна. А рядом на полу лежал большой осколок снаряда. Я очень осторожно поднял его, но он оказался слишком горячим. Я подождал, пока он остынет. Оказалось, что это часть снаряда весом в 100 фунтов. И что интересно, это был британский снаряд. «Привет от родной страны!» Я сказал «спасибо». Так или иначе, мы выжили. В то время в доме было 23 комнаты. В подвале была прачечная, где все стирали свою одежду. Там мы и жили всей семьей. Каждая семья жила в своей комнате. Временами, хотя Лидия это и не одобряла, я поднимался на чердак и оттуда наблюдал за боями. Это было очень интересно. Я видел, как евреи подняли свой флаг над банком Барклайс, одной из самых главных стратегических точек, когда я впервые увидел поднятым флаг со звездой Давида. Затем, благодаря вмешательству ООН, стрельба прекратилась. Когда мы вернулись в гостиную, на полу было не меньше сотни патронов. Мы не выходили с парадного входа, так как лицевая сторона дома постоянно подвергалась атакам снайперов. Я ходил за продуктами в магазин на другой стороне улицы. Тогда нам дали первые продуктовые карточки на еврейском языке. Я до сих пор храню их. Карточек, которые были у меня, семье из 6 человек, должно было хватить на неделю.
Я уверен, что к нам относились так же, как и ко всем остальным людям. Мне дали буханку хлеба длиной примерно от локтя до кончиков пальцев и кусок сыра, который умещался в моей ладони. Это недельный рацион на шестерых человек. И я хотел бы зачитать отрывок из слова. Думаю, здесь он будет уместен. Многие места из Библии, которые я изучал в пустыне, неожиданно стали очень реальными для меня, как будто я читал газету. Давайте посмотрим книгу пророка Иеремии. Нужно сказать, что тогда мы военные люди очень мало знали о Холокосте. Информация до нас просто не доходила. Но в Палестине стали появляться выжившие евреи. С некоторыми из них я смог побеседовать. Они все говорили примерно одно и то же. В этом городе я единственный выживший из всей семьи. Но в другом городе у меня есть родственник, который тоже выжил. Они говорили в основном о немецких городах. Отрывок из книги пророка Иеремии адресован северным странам, то есть России и Германии. «Возвратитесь, дети-отступники, — говорит Господь, — потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион». Невероятно! Я в который раз убеждаюсь, что пророческое слово в Библии — это не метафора и не примерный прогноз, а самое, что ни на есть, точное описание будущих событий. Я бы хотел зачитать еще один отрывок. В книге пророка Исаии написано: «Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Это произошло у меня на глазах. Страна возникла в один день». 14 мая 1948 года. Небольшой, ослабленный, но все же цельный народ со своим правительством, полицией, армией и гражданской администрацией. И все это за один день. Я верю, что это пророчество в духовном плане будет актуально и в будущем. Мне эта будущая картина кажется очень яркой и живой. Но давайте пойдем дальше. Времени не так много. Позже Бог ясно показал мне и Лидии, что мы должны вернуться в Великобританию. Уверен, что Бог решил так не случайно. Пропущу ту часть жизни, когда мы были в Великобритании. Хочу сказать, что даже когда я не был в Израиле, я поддерживал связь с людьми там, хотя и не был задействован в служении напрямую. Я верю, Бог намеренно столкнул меня с языческим миром. Какое-то время я служил в Великобритании, затем в Кении, в Канаде, а потом совершенно случайно эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. В Кении мы с Лидией удочерили нашу девятую дочь. Мы не планировали брать ее, потому что тогда я был заведующим педагогического колледжа и был очень занят на работе. Но однажды, около 6 часов вечера, к нам пришла женщина европейского вида и африканская пара с темнокожей девочкой в руках, завернутой в грязное полотенце. Мы пригласили их войти. Женщина рассказала нам, что эта девочка родилась в хижине. Ее мать умерла, а саму ее нашли без сознания на полу. Ее отвезли в больницу.
где ей стало лучше, но там не могли долго держать ее. За 3 дня эти люди обошли всю округу в поисках любой семьи, которая могла бы ее принять. А потом они узнали о нашей семье и решили обратиться к нам. Мы ответили, что это было давно, а сейчас мы этим уже не занимаемся. Они очень устали и просили разрешения сесть. Где-то через полчаса они собрались идти, и малышка протянула вперед свою ручку, как бы спрашивая, «А что будет со мной?» Я взглянул на Лидию и сказал, «Может быть, наше решение изменится?» Лидия сказала, «Дайте мне неделю, чтобы найти коляску и собрать детские вещи, и приходите снова». Так у нас появилась 9-я дочь. Лидия всегда мечтала о чернокожей малышке. Позже мы отправились в Канаду. Также у меня было приглашение от пастора в Миннеаполисе, с которым я встретился во время Второй мировой войны. Поэтому я мог посетить и Штаты. На границе у нас спросили о цели поездки. Я ответил, что еду по приглашению на полгода. Но оказалось, что это слишком долгий срок. Я часто сталкивался с миграционными служащими, так как мы всей семьей ездили в Великобританию, поэтому знал, что лучше не спорить. Я просто сказал, может быть, вы сможете нам помочь. Думаю, мы выглядели совершенно беспомощными. В итоге нас все же пустили в Миннеаполис, где они подготовили все необходимые документы, и вот так мы и стали мигрантами. Я, наверное, единственный человек, для кого иммиграция в США была совершенной неожиданностью. Но это был решающий момент для моей карьеры. Я совершенно не планировал этого, все устроил Бог. Вот уже 30 лет я несу это служение. В 75-м году умерла моя первая жена, а в 77-м я поехал в Израиль вместе с кардиналом Суэнсом из Бельгии, католиком, который придерживался харизматического направления. Он собирался отпраздновать 50-летие своего служения в Иерусалиме. Среди прочих приглашенных были также Боб Мамфорд и Чарльз Симпсон. Я и представить себе не мог, что окажусь в армянской церкви в Старом Иерусалиме, и, возложив руки, буду молиться за католического кардинала. Иногда с нами случается то, чего мы не ожидаем. Все гости уже отправились обратно, а я понял, что с этой поездки начинается мое возвращение в Израиль, потому что я всегда знал, что рано или поздно я вернусь туда. Так я задержался там еще на неделю. Там было служение по переводу моих книг на иврит и арабский, и я захотел отблагодарить их. Я получил от них письмо, в котором снизу от руки было написано: «Хочу поблагодарить вас за ваше служение. Оно очень много значит для меня лично». Подпись была такой: «Руф Бейкер». Я решил найти ее, но мне сказали, что она больна и повредила спину, поэтому осталась дома. Я уже много лет вел служение исцеления для людей, у которых были проблемы со спиной. Один молодой человек вызвался отвезти меня к ней, но мы заблудились. Тогда я сказал ему: «Знаешь, Дэвид, думаю, нет на это Божьей воли, раз мы не можем найти этот дом». Но когда мы остановились, оказалось, что мы находимся прямо напротив ее дома.
Когда я вошел в дом, Руфь лежала на диване, и по ее лицу было видно, что она страдает. Когда я молюсь против боли в спине, я прежде всего проверяю длину ног. Если она разная, я молюсь о том, чтобы обе ноги выровнялись по длине. Если это происходит, будьте уверены, это Бог коснулся вас, и значит, вы сможете просить Его о чем угодно. Я не намеренно так делаю, самому мне такое и в голову бы не пришло. Если останется время, расскажу, как это действует на евреев. Я сказал этой женщине: «Вы не возражаете, если я проверю ваши ноги?» Она согласилась. Как оказалось, у нее были абсолютно равные по длине ноги. Это действительно большая редкость. Я сказал, что ноги становятся ровными только у тех людей, за которых я молился. Тогда она сказала, что я уже молился за нее 6 лет назад на одном собрании. В таком случае молиться, как обычно, я уже не мог. Как написано в Библии, я возложил на нее руки, помолился, сказал пророчество для нее и решил, что этого вполне достаточно. В последнюю мою ночь в Израиле я не мог заснуть. Чуть за полночь я увидел видение о моем возвращении в Израиль. Я увидел место, которое называют гора Сион. Хотя на самом деле это очень крутой склон на одной из окраин Иерусалима. На этот холм ведет извилистая тропа. Я понял, что Бог хочет сказать мне, что мой путь обратно в Израиль будет сложным и таким же извилистым, как эта тропа. Но прямо в начале этого пути стояла женщина, и это поразило меня больше всего. Она выглядела очень необычно. Присмотревшись, я понял, что это та женщина, за которую я молился на днях. И еще я почувствовал, что Бог хочет, чтобы я женился на ней. Я сказал: «Боже, я не знаю ее, я не люблю ее, так почему же ты просишь меня об этом?» Но Бог не ответил. Это типичная проблема для пасторов-пятидесятников, поэтому внешне я стал очень осторожным, а сам усердно молился целый месяц. Но даже через месяц это чувство никуда не делось. Вернувшись в Штаты, я как можно более тактично написал: «Если вы когда-либо поедете в Соединенные Штаты Америки, знайте, что в Канзас-Сити есть община, в которой любят Израиль. Они с радостью примут и вас». В ответном письме она сообщила, что приедет на следующей неделе. В итоге мы прибыли в аэропорт в Канзас-Сити с разницей всего в 5 минут. Руфь приехала со своей младшей дочерью. Мы провели вместе несколько дней, разговаривали о Библии и об Израиле, но не касались серьезных тем. Затем я должен был лететь в ЮАР. У меня там было служение. А Руфь сказала, что вернется в Израиль к празднованию Йом-Кипура или Дня Искупления. Я тоже планировал на обратном пути из Африки посетить Иерусалим во время Йом-Кипура. Я сказал, что, возможно, мы сможем там пересечься. Последнюю проповедь я читал в довольно богатой церкви в Притории. Они передали мне очень щедрое пожертвование. Я всегда мечтал купить какой-нибудь южноафриканский драгоценный камень. Пастор церкви рекомендовал мне одного из прихожан как лучшего ювелира.
города. В понедельник он отвел меня в свой магазин, где было много разных драгоценных камней и ювелирных изделий. Я выбрал камень «Тигровый глаз». Затем я послал Руф телеграмму и назначил встречу за завтраком в отеле «Кинг Дэвид» в определенный день, в 9 часов утра. Я подумал, что тогда, так или иначе, все встанет на свои места. Я как раз остановился в этом отеле. Без 10:09 я уже был в холле отеля. Мой взгляд прикован ко входу. В голове лишь один вопрос. Придет она или нет? Она пришла ровно в 9 часов. За завтраком мы просто сидели и общались. Я хотел знать о ней все, поэтому задавал много вопросов. Затем мы вышли, посидели немного у бассейна. Наша беседа все продолжалась. И я предложил ланч тоже провести вместе. Так мы и сделали. Пока она не сказала: «Простите, но я уже устала от ваших вопросов». Я понял, что вел себя очень бестактно, но все же решился и сказал: «Думаю, мне нужно объяснить вам, почему я предложил позавтракать вместе». Я говорил прямо. Когда я молился, я увидел видение и понял, что Бог хочет, чтобы я женился на вас. Она сказала «да». Хотя у нее были свои волнения и переживания, но об этом говорить мы не будем. Затем я достал из кармана небольшой сверток и сказал: «Так случилось, что у меня с собой драгоценный камень». Она и сейчас, к слову, носит его. Подробности этой истории описаны в моей книге «Бог — автор брачных союзов». Прочитав ее, вы найдете много интересного. Она написана не только для тех, кто хочет вступить в брак. Недавно я встретил три пары. Две из Великобритании и одну из Штатов. Они рассказали, как каждый из них, независимо друг от друга, стал читать именно эту книгу, ту самую, которую сейчас я держу в своих руках. И в результате они поженились. Так что это работает. Мы венчались 17 октября 1978 года. О важных датах всегда лучше спрашивать у жены. Так или иначе, я знал, что мы переедем в Израиль. А в 80-м году мы начали строить дом. Поверьте, строительство одного лишь дома вполне может отбить всякое желание строить что-либо еще в Иерусалиме. Это действительно очень сложно. И в процессе проще не становится. Затем, в течение 8 лет, наш дом в Иерусалиме был главным офисом для международного служения. Изначально мы не планировали этого. Мы совершили 3 кругосветных путешествия, одно за другим, и служили людям в разных странах. Я думаю, что это частичное исполнение слова из книги Исаии. «Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». Я думаю, что Бог хочет восстановить Иерусалим как место пребывания истины своего слова. Бог избрал нас, меня, брата Ланса Ламберта и других служителей, и действует через нас. Поэтому слово Господне выйдет из Иерусалима. 1990 и 91 годы были трудными для нас. Служение было в так называемом кризисе. Тогда мы взяли продолжительный отпуск. К тому времени наше служение вышло уже на международный уровень. Мы достигли практически каждый народ на земле,
через материалы для проведения изучений, видеозаписи, книги, а также записи радиопрограмм. Часть моих книг была переведена на 50 языков мира. 16 моих книг переведены на китайский язык, и примерно столько же скоро выйдет на русском языке. Когда мы были в отпуске, Бог относился к нам, я бы сказал, безжалостно. Нет времени рассказать больше, но для нас это был один из самых тяжелых периодов в жизни. Я очень серьезно заболел и выжил лишь благодаря антибиотикам. Я благодарен Богу и врачам за это. Раньше я не стал бы благодарить врачей, но теперь я смирился и осознал, что они мне нужны. Это результат Божьей работы во мне, когда Он разбирался с моей гордостью. У Бога есть лекарство от гордости. Это исповедание своих грехов друг перед другом. После этого гордость пропадает как-то сама собой. Тогда Бог напомнил мне о грехах, которые я совершил 40 лет назад, и сказал: «Я прощу любой грех, если ты исповедуешься». Грех, который не исповедован, не может быть прощен. Это очень емкая по содержанию мысль, но я не буду сейчас говорить о ней подробно. Мы-то думали, 6 месяцев отпуска будет достаточным, чтобы понять, как двигаться в служении дальше. В конце концов, полугодичный отпуск — это очень даже неплохо, но к концу этого срока мы так и не нашли ответа. Мы продлили его еще на 1,5 месяца, и тогда Бог показал нам, что нашим основным служением должно быть ходатайство в молитве в нашем доме в Иерусалиме, а я должен служить только в тех местах, куда меня направляет Бог. Я верю, будущее Израиля находится в Божьих руках. Но легче не будет. Позже, в этой же серии проповедей, я расскажу об образе Израиля в пророчествах и о его будущем. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады!